Всем привет! С вами любимая компания Электромотор, и этот видеоролик посвящается вибродвигателю Оли МВЕ-300/3. Компания Электромотор. Данный вибратор является аналогом российского вибродвигателя ЭВ-320, немножко он даже мощнее. Он применяется как комплектующая часть в вибротрамбовках, в виброситах, если нужно что-то просеять, прессовать в легкой промышленности, в пищевой промышленности, в строительной промышленности. Давайте рассмотрим его подробно, как же он выглядит вблизи. Площадочный вибродвигатель, он устанавливается на лапах с обеих сторон, как вы видите, покрашен. Хорошо окрашен, плотно, заводская покраска. Сверху на конденсаторной коробке выбиты все параметры вибродвигателя. Данная модель на 380 вольт, еще бывает такая модель на 220 вольт. По бокам установлены дебалансы, они устанавливаются в трех положениях. В зависимости от положения дебалансов осуществляется сила колебаний, в зависимости от того, в каком положении они установлены, сильнее или слабее он вибрирует. Вибратор устанавливается очень плотно с помощью лап. Покажи лапу, пожалуйста. Корпус изготовлен из силумина. На клеммной коробке отображаются все технические характеристики. 3/3 на 3000 оборотов. Подключается вот сюда провод. По вопросам покупки вибродвигателей МВЕ-300/3 вы можете обращаться в компанию Электромотор по телефону 044-530-38. Контактный телефон 530-38. По вопросам покупки обращайтесь в компанию Электромотор.